А, уже здесь? Как ты это делаешь? Чё, меня насилует грёбаное Пежо? Я тоже, блядь, я тоже француз, в смысле, у меня Меган, у меня тоже, у меня Раношка. Ага, ага, вон он уже справа, ну. А я несу. Где-то нахер. Всем привет, друзья, и добро пожаловать на Rally Cross. Dirt Rally 2.0 и Rally Cross — это вещи очень и крайне совместимые. Нас ждет 10 этапов, но не знаю, сколько мы успеем за один выпуск. Я не буду показывать все заезды, потому что в каждом этапе 4 квалификации, полуфинал и финал. Конечно же, все я вам показывать не буду. Покажу самое интересное: полуфинал, финал, может быть, какой-нибудь квалу и так далее. Первый трек — это Yas Marina. И это совсем не тот трек, к которому вы привыкли. Например, я как-то на стриме катался Барселона-Каталуния, и я вообще не узнал, где там частичка этой гребаной Барселоны, потому что здесь очень сильно треки переделаны. Кататься мы будем на очень, вообще в группе очень крутой. Это самые мощные, самые крутые тачки 2019 года, которые участвуют сейчас в ралли-кроссе. И мы с вами будем кататься на мини-купере. Хотя я хотел бы поехать, конечно, на Меган РС, который был у нас на стриме. Вот так вот выглядит наша машинка. Вы не переживайте, просто капот снят. Что ж, давай сразу начнем. Обязательно. Рассказываю правила. Хотя бы один джокер вы обязаны проехать. Джокер — это немножко отвлечение от основного круга. Она чуть подлиннее, как правило, джокер. Если какие-то штрафы, то вам могут влепить второй проезд по этому же самому джокеру. А вот наши машинки, мы здесь единственные, кто едет на этом прекрасном мини-купере. Ну что ж, давай начнем. Наконец-то ралли, в котором мы можем немножечко потолкаться. Так, окей. Оу, фак! Здесь очень быстро надо уметь переключать передачи. Черт, я его пропустил. И не только его. Ух ты, парень, парень, парень! Ну пошел-ка ты нахер, если честно. Это ралли-кросс. Сука! Посмотри, как шикарно выглядит наша тачка. Но вид из кокпита мне не особо нравится, если честно. Поэтому поеду с видом из капота, но мне так просто и привычнее. Какие-то мошки летают. Не идеальный старт, далеко. А, да хер ты там угадал. Ай, черт, кто-то был справа. Давай, 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 нам надо сразу вперед проехать. Да, нам надо срочно оторваться от них. Знаете, в чем весь прикол ралли-кросса? Когда ты едешь не первый, а где-нибудь сзади, вот я сейчас начинаю очень дико пылить. Вот когда ты едешь сзади, тебе ни черта не видно. Что там происходит? Давай еще. Ой-ой-ой, вот эти конусы нельзя задевать. Вон, на джокер это направо. Но мы пока едем дальше. Нам надо оторваться. А вот здесь... Вот здесь сейчас будет вот так вот экстремально. Блядь, да кто меня там задел? Ах ты говнюк, а! Решил ко мне лезть, да? А вот так вот тебе не хочешь? Я его обошел? Да, я, кажется, его обошел. О, нет! Нет, 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 нет! Черт, мне сделали предупреждение за эту срезку. Невнимательный я был в том повороте. Давай, давай, давай. Вот чем мне нравился Меган РС, то что там было 5 передач, а не 6. Есть, попал. Вы не смотрите, здесь надо порой вот так вот очень жестко, очень агрессивно закладывать тачку в поворот. Любители дрифта будут, наверное, очень рады. Как она прекрасна, как она приятно свистит. Так, а вот наш шанс. Нам сейчас нужно срочно ехать на джокер. Я надеюсь, что я останусь на первом месте. Но, ребята, это не точно. Я не знал, что там такой... Эта херня стоит прям сбоку, черт. Ну, честно,
не очень хорошее время. Здесь не важно, каким вы приедете. Здесь важно очень ваше итоговое время. Мое время в итоге 3.06. И как видишь, я в дерьме. Я на 16 месте. Да, нас немножко потрепало. Сейчас я быстренько починюсь. И мы сразу переходим в полуфинал. Я столько старался. И в итоге у меня 15-е гребаное место. Я не попадаю в полуфинал. Нет, ребята, мы начнем на другой гребаной машине. Я возьму Меган для этого состязания. А пока, извините, эта тачка что-то мне не зашла. Она очень резкая, это прикольно, она маленькая. Ну, не знаю, ну что-то не то, не нравится мне этот чертов мини-купер. Ух, ну что ж, друзья, вот мы дошли до полуфинала. Мы сейчас, кстати, вечером уже поедем. И это было непросто, черт возьми, я на 11 месте из 12. Все, что после 12 места, нахрен вылетает отсюда. Так что я сюда с трудом пробился, но, как видишь, уже на Renault Megane RS. Давай быстренько починим и сразу в бой. Вот такая красоточка, смотри какая. Приятные цвета, черный, с оранжевым. Да, друзья, вот такое вот теперь расположение машин. И хочу сразу сказать, что здесь будет не 4 круга, а 6. Так что гонки будут длиннее, чем вы думали. Так, ладно, погнали. Давай, давай, трогай. Ну, я готов. А что ты не починил машину? Вон у тебя царапки какие-то. Ну, мы... Ладно, все. Ну, го-го-го, сейчас придется потолкаться немножко, потому что мы с заднего ряда стартуем. Эй, черт! Что за дела, парниша? Фак-фак-фак-фак-фак-фак! Нет! Меня там кто-то задел справа, поэтому меня вынесло немножко. И сейчас мне могут дать предупреждение. Нет! Нет! Как это было некрасиво в начале. Так-так-так-так-так. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай! Ну! Начинаю я вроде бы как немножко отрываться. Ну я же понимаю, что вы хотите трешачка, да? Вы хотите жести, вы хотите зрелищ, поэтому что... Ой, я хотел ехать на джокерах, ты говнюк засратый! Не дал он мне это сделать, ты прикинь! Я хотел сказать, вы хотите зрелищ, сейчас я поеду на джокер и выйду где-то в жопе там и так далее. Но чувак меня вдарил в бок и не дал мне свернуть на этот самый джокер. Где ты? Где ты? Я не вижу его. А, вон, он немножко подотстал. Это значит что? Это значит, вот тут я очень много времени потерял. Давай, вот сейчас хорошо. Сейчас отлично. Опа, я под расследованием. Я под расследованием. Типа мне могут впаять штрафик за то, что я там срезал. Да опять ты! Все, в этот раз я приезжаю сюда. Вон он, змей, какой же он быстрый. Попробуем догнать его. Вот тут, мне кажется, ты слишком медленный, парниша. Как-то ты тут не смело проехал. Неужели он... Так, ладно, ну... Ему, по-моему, еще предстоит ехать на Джокер. А нам не нужно. Мы уже это сделали. Ну, кстати, на этом, именно вот на этом треке я с Марине очень мало вот этих вот гравийных гравийных мест, поэтому ехать за ним, ну, в принципе, не так уж и пыльно. В других местах, в других странах, там, когда вы едете за кем-то, ой, у него что-то отвалилось по гравию, вот там вообще ни хрена ничего не видно. Как он смог здесь так оторваться? Вот сука. Как он там так хорошо проехал? Неужели я был настолько медленный? Не-н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 е. Ты от меня не уедешь, чувак. Фу, блядь! Думал, сейчас конец мне будет. Ага, ага. На Джокер ты не собираешься еще? Нет? А он не приезжал, Джокер, кстати говоря. Вон он, я видел, на последнем круге он поехал на гребаный Джокер. Но я так сильно отстал, что, конечно же, ты посмотри. Хрен бы я там успел. Какой жесткий второе место. Ну как я приложился об эту стену? Нет, Джокер лучше, наверное, на последний круг оставлять. Ну что ж, друзья, вот он, долгожданный финал. Давай попробуем не обосраться здесь и сделать все красиво.
Две Peugeot, две Audi и один Seat. Seat, как его там правильно зовут, я не знаю. И, конечно же, наш Megane RS. Ну, поехали! Плохой старт. И как бы теперь туда пролезть? Так, сюда, сюда, поместился. Опять ты! Нет, 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 нет! Блять, даже не думай, нихера! Я тебя не пущу вперед! Если он проедет вперед, все, пиши пропало, хер мы его тогда потом догоним. Я узнаю этого пыжика желтого. Видел я, как он ехал в прошлой гонке. О! Ай, ай-яй-яй! Тихо, тихо, тихо. Нет, мы будем с тобой бодаться, сука. Нет, 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 не отпускай его. Ах ты ж змей, он понял мой план, и теперь он едет на гребаный Джокер. Конечно, уже здесь? Как ты это делаешь? Чё, меня насилует гребаное Пежо? Я тоже, блядь, я тоже француз, в смысле, у меня Megane, у меня тоже, у меня Реношка. А эти пыжики просто меня насилуют, я не знаю. А я гнал на них на стриме, типа, ой, Пежо, так стрёмно выглядит. Да ты посмотри, что они делают. Нет. Отрываемся, отрываемся. Давай, 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 поехали, поехали, поехали. Нам надо от них уехать, да куда подальше желательно. Отлично, раз. Отлично, два. Давай, ну. Есть, я вроде немножко я оторвался. Блять, это было очень близко. Я не понял, что он сказал. Давай, давай, давай. Рано, блядь, дурак. Ну вот, сейчас тебя будут гвоздить они. Все, они уже рядом. Ага, ага, вон он уже справа. Ну, а я несу. Иди ты нахер. И опять вот вдвоем они там держатся. Ой. Это срезка? Нет. Порядок. Черт, я здесь... Блин, да что ж такое? Я на квали ехал в разы лучше, чем сейчас. В чем проблема? Хорошо, хорошо. Ну они вон сзади, а не хер. Это что было? Ах ты, блядь, змеи! Нет! Ёбаный еба стусий! Нифига, нет! Сзади, глотайте мою пыль, ничего не знаю. О, они что-то отстают. Не знаю, в чем проблема. Наверное, просто я был слишком хорош на этом круге. Никаких короночек на последнем круге. Все четко делаем. Нет! И, конечно же, я, сука, третий, блядь, после этих двух пыжиков гребаных. Да как с ними совладать-то, а? Че ты мне показываешь? Мы просрали эту гребаную войну. Машина, на которую я так гнал на стриме... Они вместе нас сделали. Но вы так не радуйтесь. На самом деле, хоть мы здесь приехали третьими, по очкам мы седьмые. Потому что здесь считают не на каком вы месте приехали, какое время вы показали. Поэтому, увы, у нас только седьмое место. А следующий трек у нас будет Барселона-Каталуния. Но поверьте мне, от Барселоны-Каталунии, от этого гребаного трека там мало что осталось. Я когда на нем ездил, так и не понял. Только вот этот вот один затяжной поворот и все. Больше я там особо с этого трека ничего толком-то и не узнал. Ну а что касается обновления, на самом деле Dirt Rally 2.0, она изначально была заточена под ралли-кросс. Но с этим обновлением здесь появились очень шикарные тачки.
RX Supercars 2019. Это самые современные автомобили для ралли-кросса. Как они получили на эту лицензию, я не знаю, но давайте порадуемся. Здесь у нас и Ford Fiesta, и Mini Cooper, Renault Clio RS, Seat, Ford Fiesta, тоже опять же для ралли-кросса, Megane RS и, блин, этот гребаный Peugeot 208, который меня вот так вот сделал. Ну что ж, друзья, на этом будем заканчивать. К сожалению, вторую гонку я не смогу. В Барселоне и Каталонии у нас будет отдельный ролик. Ну а вы напишите в комментах, что вы думаете вообще, как вам ралли классическое или понравился ли вам ралли-кросс. Потому что я уже несколько раз пытался продвигать ралли-кросс на своем канале. Но посмотрим на просмотре этого ролика. Как правило, людям почему-то ралли-кросс не заходит совсем. Увы. Если так будет, то... наверное, я не буду снимать. Если вам понравится, то, конечно же, я с удовольствием проеду все эти 10 этапов. Но у нас будет одна квалификация, полуфинал и финал. Потому что 4 квалы и 2 финала, но я думаю, это тупо 6 гонок на одном треке. Это просто неинтересно для вас будет. Я даже думаю, сразу, может быть, сниму вам показать полуфинал и финал. Или просто какие-то нарезочки. А на этом у меня все, друзья. С вами был Кус. И вы были на канале Кус-Кус Рейсинг. Не забывайте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И пишите свое мнение по поводу ралли-кросса, ралли-гонок в целом. Все прочитаю. Всему буду рад. Пока.